И врачом, урологом было принято решение немедленно провести уретроцистоскопию. Это такая узкопрофильная диагностика, нацеленная именно на исследование мочеиспускательного канала, мочевого пузыря и все, что там находится. В общем, проведя это исследование, врач подтвердил то, что видел на снимках МРТ, и, собственно, сказал мне в срочном порядке госпитализироваться для того, чтобы у меня взяли на гистологию эти новообразования, ввиду того, что есть весомое основание полагать, что это не доброкачественное новообразование. В общем, я был, конечно же, в полной растерянности, в ужасе. Сообщил об этом родителям. Все взялись просто за голову. Смутно помню то время, но было очень тяжело. Мы записались на взятие гистологии. Под наркозом у меня взяли щипок. 2 недели готовили стекла, чтобы уже точно определить, что это за образование и какое дальнейшее лечение, куда двигаться, что делать, чтобы была какая-то ясность из этого всего. В общем, я очень сильно ждал эти результаты, волновался. Вот. Но когда подошел день X, я поехал в больницу забирать результаты. Забрав их, я уже поехал к другому специалисту, к врачу-онкологу, который, собственно, сообщил очень ужасную весть, то, что у меня аденокарцинома, обнаружено злокачественное новообразование, агрессивной формы с прорастанием в брюшную полость, фактически сам мочевой пузырь, и также были образования возле мочеточников. Вот. В общем, для меня это было просто диким ужасом. Была просто-напросто паника, после чего я сообщил все родителям и всей семьей. Мы начали искать место, где меня будут оперировать. Данный онколог, который мне вынес окончательный диагноз, исходя из гистологии, сказал, что можно получить квоту, либо встать на очередь и провести операцию здесь, в Владивостоке. Ну, конечно же, мы отрабатывать начали все варианты.